Допущена к эксплуатации ледовая переправа федерального значения Якутск-Нижнебестях через реку Лена до 15 тонн. Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируются 34 ледовые переправы. Сотрудники МЧС напоминают, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа. Мы должны были открыть движение по ледовому автозимнику 5 января 2017 года. Но для удобства пользователей нашей ледового автозимника мы решили чуть-чуть прибавить темпов. Ну и погода помогла. Снег у нас в этом году тонкий, и лед наращивался уже сам по себе очень хорошо. Открываем мы 15 тонн. И через неделю уже нарастим грузоподъемность до 30 тонн. Ну и дальше и больше.